Раньше мамы и папы были совсем другими. Они любили своих детей и дисциплинировали их. Мы же любим своих детей и балуем их. В этом и есть разница в наши дни. Я думаю, что-то пошло не так. Возможно, мы боимся, что наши дети покинут нас. Ну и пусть идут! Помню, моя мама, мне тогда было 9 лет, и я не слушался, она говорила: «Хочешь уйти из дома? Иди!» Я не хотел сидеть дома и всегда норовил убежать. «Хорошо, вот твои вещи в сумке, иди куда хочешь!» После чего мы тихо возвращались и заползали обратно домой. Конечно, у вас должна быть вера в Аллаха. Но я думаю, что если вы будете воспитывать их с раннего возраста, все будет в порядке. Воспитанность, адаб играют очень важную роль. Если я говорю «сиди», значит, надо сидеть. Если я зову вас кушать, значит, настало время кушать. Так и есть. Не надо чересчур баловать своих детей. Сегодня дети, даже в 10-летнем возрасте, не могут за собой тарелку помыть. Ну и что, что у вас есть помощницы, которая все за вас делает? Пусть они сами моют за собой. Подведите их с тарелкой, и пусть они сами сначала вымоют руки, а потом и тарелку помоют. Воспитывайте их с раннего возраста. Я до сих пор мою тарелку. Я до сих пор мою за собой посуду. И не потому, что моя жена не может, но мне так нравится. Что тут такого? Вымыл руки и сполоснул тарелку. Это же хорошо, чисто и опрятно. Простой пример. Мы должны вместе показывать хороший пример, чтобы дети перенимали манеры, поведение и ценности. Не надо приказывать. Типа: «Женщина, на кухню!» А потом и дети начнут ныть. «Мама, мама!» Или же «тетя!» Видите ли, у него аллергия на мытье посуды. «Нет, я посуду не мою, это не моя ответственность». Поэтому следует учить дисциплине с раннего возраста. Пусть они вас немножко боятся. Они должны уважать вас. Они должны немножко бояться. В наше время стоило нам только увидеть взор отца издалека, как «халас! Альхамдулилля, все в порядке!» Достаточно было одного его взгляда. Чувствуете силу его ауры? А сегодня мы оказались бессильны. У нас есть мускулы, но нет силы. Мы заряжаемся в фитнес-центрах, но у нас не хватает духа. Да поможет нам Аллах, братья и сестры. Дорогие братья и сестры, по воле Аллаха, YouTube активировал нам функцию спонсорства. Теперь вы можете сами стать активным участником исламского призыва на канале Mission Dawa, став нашим постоянным спонсором. Для этого просто нажмите на кнопку «Спонсировать» под любым видео на канале и выберите подходящий вам уровень поддержки. Присоединяйтесь к нашей команде. Примите прямое участие в исламском призыве на канале Mission Dawa. Станьте нашим спонсором. И да примет от вас Аллах.